Любопытство к миру и стремление что-то создать своими руками есть в каждом ребенке. В IT-кубе Гагарина эти качества всегда приветствуются. Юные изобретатели здесь могут воплотить свои идеи. Мы стараемся развивать вот эту вот детскую, наверное, даже мечтательность, стараемся ее ни в коем случае не ограничивать. То есть если у них какие-то есть фантастические идеи, почему бы не попробовать их в каком-то формате воплотить в жизнь, то есть свои приложения, свои идеи дети могут здесь создать на компьютере, то есть в цифровом формате. В преддверии Дня детских изобретений в Центре цифрового образования детей провели конкурс среди ребят от 5 до 10 лет. Задачей ребят было рассказать о своей идее на тему космических изобретений. За неделю набралось 50 работ со всего Севастополя. Конечно, мы все посмотрим, проверим и даже коллегиально выберем лучших, но вообще были работы, связанные с такими, знаете, очень глобальными проблемами, как перемещение по другим планетам, улучшение быта космонавта, там космические зубные щетки, космические там скафандры, улучшение исследования других планет, поиск полезных ископаемых. То есть, несмотря на то, что детки у нас совсем юные, конечно, они очень глобальные идеи придумали и очень интересные. 17 января ребята постарше посетили лекцию, где им рассказали об устройстве одного из самых сложных изобретений современности – автомобиля. Лекцию мы назвали максимально доступно для детей, да? То есть автомобиль своими руками, возможно ли это. Моя задача, наверное, на сегодня рассказать о той работе, которая ведется в стенах нашего института. Вот, попытаться, наверное, провести некие разделительные полосы между изобретениями, разработками, то есть инженерными разработками. Для меня вот больше всего запомнилось то, что, наверное, то, что тут как преподаватель может дать настолько сложное, но интересное занятие, здание как. Мне понравилась, в общем, вся лекция, слушать про то, как будет, ну, в чем будет дальше развиваться автомобиль, в принципе, как он выглядит и его 3D-модель. На примере автомобиля, который можно собрать своими руками, школьники узнали о том, как создать что-то в современном мире, что для этого нужно и в чем разница между инженером и изобретателем. Изобретателем быть важно, но в мире, в котором существует очень много всего, вот, постоянно появляется что-то новое, не всегда просто как бы стать изобретателем, реализовать себя, но если ты инженер, то как бы и знаешь некие законы изобретательства, да, как появляются новые разработки, в принципе, знаешь жизненный цикл продукции, то, пойдя, допустим, больше в техническую сторону своего образования, можно создавать новые вещи. Впрочем, слушатели лекции, несмотря на свой юный возраст, уже имеют опыт изобретения, поэтому они всегда рады таким лекциям. Для них это возможность узнать что-то новое и попробовать себя в этом. Я люблю лего собирать. Очень. У меня очень много наборов, и у меня есть один большой шкаф, на котором все наборы лего. Скорее всего, я собрал самолет из лего или большую машину Макларен. Мне очень нравится инженерное дело. В детстве я часто звал какие-то изобретения, ну, которые, естественно, ломались часто. У меня в детстве был набор, там, где можно было собирать разные провода, но это в основном были какие-то лампочки, ну, либо я какие-то игрушки собирал из частей тех, которые уже были. В общем, это было давно, но их было довольно много. Победитель конкурса изобретений получит сертификат на посещение Центра инженерных разработок учебно-научной лаборатории «Инжиниринг и промдизайн» Политехнического института СИВГУ. Мария Легина, Денис Александрович, Севинформбюро.